Создание продуктового блокчейн-альянса инициируют лидеры розничной торговли. Компании оптовых и розничных продаж Walmart, интернет-магазин JD, корпорация IBM и университет Цинхуа КНР объединились в блокчейн-альянсе по безопасности пищевых продуктов. Цель партнерства – разработка инновационных механизмов для отслеживания прозрачности цепочки поставки, обеспечения безопасности и качества продуктов. Благодаря использованию платформы IBM Blockchain все операции будут проводиться в режиме реального времени.